Всем доброго дня, с вами Марина ДК. Приветствую всех моих подписчиков, приветствую всех, кто просто зашел на канал. Сегодня я вам расскажу про линейку косметических средств, такой трио. Вообще это, можно сказать, даже квартет, но в данный момент у меня трио средств по уходу за кожей лица от компании Tokobo, сайта Style Korea. С корейской косметикой я уже знакома довольно давно, пользуюсь с удовольствием. А именно с этой компанией Tokobo встречаюсь в первый раз. Что мне в первую очередь бросилось в глаза, это вот этот лимончик. Он реально очень классный. На нем тоже, кстати, написано Tokobo. И он выглядит очень здорово. Он такой, ну, как настоящий прям маленький лимончик. Хочется его прям понюхать. Из чего состоит эта тройка? Тоник с экстрактом лимона, здесь экстракт лимона 38%. Дальше идет эссенция с лактобактериями, бифидобактериями. И увлажняющий крем с мультикерамидами. Итак, я вам расскажу о своих впечатлениях. Прежде всего, когда я увидела лимон, я подумала о том, что о, лимон, значит, это что-то осветляющее. И думаю, дай-ка попробую. Использовала я его 2 недели. Использовала каждый день, если вот эти средства, рекомендуется сначала очищение, чего у меня нет, можно использовать любое очищение, которое у вас есть дома. Или в этой линейке тоже есть средство для очищения, используйте его, потом используйте тоник, затем идет эссенция и затем увлажняющий крем. То есть вот это трио или квартет работает идеально. Какие мои ощущения? Тоник, я сразу подумала, если осветляющий, если лимон, то, скорее всего, все микропроблемы кожи, типа прыщики, там, подавили, там, если есть какие-то ранки, попадет, значит, будет неприятно. Нет, такого нет. Пахнет он чудесно лимончиком и не таким ядреным, знаете, как бывают средства для освежителей, да, знаете, лимон такой, лимон, ядреный, нет, этот свежий такой. Очень-очень нежный лимон, и он реально не травмирует, наверное, если он нет никакой реакции такой, нет болевых ощущений, но при этом он пахнет очень хорошо лимончиком, и он реально осветляет. У меня были пигментные пятна еще с прошлого лета, я гуляла совсем не защищаясь, и пятна у меня реально были такие на щеках, ну, веснушки, соответственно. Что-то отошло за зиму, что-то еще осталось. И вот мне явно показалось, не показалось, надеюсь, что не показалось, что вот эти 3 средства работают вместе, и включая вот это первое, работает как осветлитель кожи тоже. Однозначно кожа посвежела, похорошела, и было очень приятно. После того, как наносила тоник, я наносила эссенцию. Если тоник, он такой более жидкий, его наносишь на ватку, наносишь потом на лицо, то эссенция, она уже более такая, как гелеобразная. Достаточно мне было 1 раза нажатия по помпе. Кстати, с помпой все нормально. У меня, знаете, бывают проблемы с помпами и так далее. С помпой все хорошо. Одного нажатия мне хватает на 1 раз применения для лица. Долго я не жду после тоника, долго я не жду после эссенции. Буквально нанесла, там, пальчиками поработала, эссенцию нанесла, пальчиками поработала и перехожу к крему. Набираю пальчиком, тоже не нужно много крема. И наношу его на лицо. Если нанести его толстым слоем, то лучше, конечно, салфеточкой снять потом излишки, потому что он чувствуется на коже, если его много. Если нанести немного, он неплохо впитывается. Какие ощущения утром? Утром ощущения чудесные, лицо увлажненное, и утром я уже не пользуюсь никакими средствами. То есть вечером у меня вот эти идут средства, и этого достаточно мне будет на следующий день, на весь день. Хочу сказать, что я косметикой особо не пользуюсь днем, поэтому никаких факторов дополнительных на кожу у меня нет. Поэтому этих средств мне хватает для ухода, для моего типа кожи. У меня сухая кожа. Давайте теперь подробнее я вам расскажу, покажу, как выглядит ближе. Коробочка тоника выглядит так, вот такие лимончики тут. Написано все по-корейски. И только название Tokobo. Лимон тонер, написано по-английски. Сам флакон выглядит так.
написано такого. Лимон экстракт 38%. Лимон тонер 150 миллилитров. И вот такая милая крышечка. Здесь тоже написано такого. Когда открываешь, здесь вот такая заглушка. С ней ничего не выливается. Убираете заглушку. Тонер выглядит вот таким жидким. Но при этом он не стекает. Он не до такой степени, чтобы стекал. Вот видите, капелька какая. Пахнет удивительно. Удивительно нежно лимоном. Так выглядит. Коробочка с эссенцией выглядит так. Тоже написано по-английски. Здесь тоже все по-корейски. Видите, какой здесь глаз красивый. Вот такая коробочка. И сама эссенция выглядит так. Бифида Биом Эссенс. Лактобактерии 50 тысяч ppm. 45% бифида. Здесь такая помпа. Прозрачная крышечка. Выдавливается. Видите, какая. Немножко она гуще, чем тоник. И вот гелевый, да, видите, состав такой более густой. И тоже наносите. У эссенции нет какого-то выраженного запаха. Можно сказать, даже она без запаха. И последний крем. Коробочка выглядит так. Тоже с глазом здесь. Здесь по-корейски. TCB. И такого мультикерамид крем. У крема очень хорошая баночка стеклянная. Она мне очень сразу понравилась. Она, видите, такая ребристая и очень приятная, матовая. Здесь, видите, как красиво. Вот этот пластик тоже очень хороший. Сверху крышечка. Так выглядит здесь. Крышка, которая защищает. И крем вот такой структуры. Такой белоснежный. У него тоже нет какого-то ярко выраженного запаха. Он пахнет приятным кремом. Видите, какой? Очень приятно носить, очень приятно чувствуется на коже. Вот такая красота. Дорогие девушки, дорогие дамы или мужчины, если смотрят меня мужчины, я вам очень благодарна. Эти три средства – это мои. Я ими пользуюсь, они мне нравятся, и я буду продолжать пользоваться. Но у меня есть три абсолютно такие же средства, новенькие, в упаковках. Вот они. В новых коробках, запакованные. Ну, я могу открыть, показать, что они действительно там есть. Это не коробки от этих средств. Вот это мой крем. Здесь новенький крем, не тронутый. Я его не открывала, не вскрывала. Вот только вам показала коробочку. То есть вот эти три новых средства, абсолютно такие же, как я вам рассказала, подарю одному из вас. Это будет розыгрыш. Условия очень простые. Нужно всего лишь написать в комментариях «Я участвую». Для вашего удобства подпишитесь на канал, потому что будет еще один розыгрыш. И когда я буду разыгрывать, вы сможете на канале увидеть, кто победитель, кто, кому мне писать. То есть вам нужно будет мне написать потом. И я вам в личной переписке спрошу ваш адрес и отправлю. Единственный момент, я отправлю по России. Уж простите меня, кто находится не в России, а за ее пределами, пока у меня есть возможность отправить только по России. Очень надеюсь, что это будет кто-то из моих постоянных подписчиков. Буду прям очень рада, если вам повезет. То есть условия очень простые. Написать комментарий, я участвую. Напишите свое мнение о корейской косметике. Пользовались вы или не пользовались, понравилось, не понравилось. Вот. А по желанию подпишитесь. Подпишитесь, чтобы знать, победили ли вы в розыгрыше, потому что розыгрыш будет очень быстрый, и я скоро опубликую его итоги. Вот. Так что участвуйте, буду рада, если кто-то из вас победит. Всем спасибо, кто досмотрел до конца и узнал об этом. Присмотритесь к этим продуктам. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Всем спасибо, всем хорошего весеннего настроения, любви, радости и всего самого лучшего. Всем пока!